В Шымкенте в этом году впервые была проведена пересадка сердца и 10 ЛВАТ операции. Необходимо отметить, что данная сложная операция проводится не в каждом регионе страны. Эти и другие вопросы в сфере здравоохранения были обсуждены на встрече руководителя городского управления здравоохранения с представителями СМИ. За год показатели смертности в городе снизились на 17%. На 26% снизилась смертность от заболеваний органов системы кровообращения и на 5% от рака. Впервые в городской детской клинической больнице установлены нейростимуляторы детям с эпилепсией. Количество коек здесь увеличено с 315 до 495. Взаимоотношения врача и пациента – основная проблема медицинской этики. Врач обязан оказывать качественную и безопасную помощь. Врачебная этика охватывает не только вопросы, касающиеся отношений врач-больной, но и определяет норму поведения врача. При оказании медицинской помощи врач должен руководствоваться исключительно интересами пациента. Современные условия требуют от медицинских работников соблюдения действующих этических норм. В городе утверждена дорожная карта по открытию лучших центров практики в поликлиниках. В настоящее время ведется работа по обучению специалистов. Кроме того, в целях повышения качества и доступности медицинских услуг на сегодняшний день аккредитованы 20 лечебных центров. До конца года планируется довести проведение национальной аккредитации медицинских организаций до 35%. В отношении лечебных учреждений значительно уменьшилось количество обращений. Также средняя нагрузка местных поликлиник снизилась с 34 тысяч до 20 тысяч. Ернур Бабиев, Алмазанбек, Новости.